So we are at Kazansky train station here in Moscow, and we are about to hop on the train for some reason. What are we doing, Emma? We're about to get on a 31-hour train journey taking us across Russia to go on the Trans-Siberian Railway. Транссибирская же магистраль еще можно ее назвать Великий Сибирский путь. Длина ее от Москвы до Владивостока 9822 километра. So having recently flown in from the US, where there is a heated presidential election going on, I would be curious what Russian passengers on board this train think about the United States right now, and maybe more specifically, think about Donald Trump. США хочет, это на мой взгляд так, США хочет подчинить все, то есть весь мир под себя. США как бы выгодно, что в России была слабая страна, чтобы доставляла газ, нефть. Отношение к США у меня дружелюбное, то есть, я считаю, что народ вообще никак от политики не зависит. Он очень богатый человек, очень богатый. То есть он мог сделать себя полностью идеальным, правильно? И меня вот всегда интересовал вопрос, почему у него на голове такой беспорядок, безобразие? Про Трампа. Про Трампа очень много смешных видеороликов в Ютубе. Да, я смотрю, но это просто стендап актер, который просто это делает для того, чтобы было шоу. Вот я говорю, я была на Украине 4,5 месяца, да? И там все против, все, потому что вся вот эта катавасия, которая творится сейчас на Украине, это все из-за США. Во-первых, отношения я к политике отношения никакого не имею. Вот. А народ там доброжелательный. Вот как с кем я общалась. Я лично люблю всех людей, но мне просто иногда не нравятся вот эти вот всякие санкции, вот к нашим спортсменам, вот это отношение иногда не совсем разумное. А так нормально. Владимир Владимирович сказал, Путин, это яркая личность. Правда, мне его высказывание тоже понравилось. А почему бы не с Россией как бы сотрудничать? Представляете, что мы могли сделать с терроризмом просто, да, вместе? Я как-то в этом участие не принимаю. То есть мне без разницы. По-честному, я и в наших тоже выборах не принимаю участие, потому что считаю, что у нас ничего мне это не изменит, там, допустим, мой голос.